1965 году американская танцовщица Ивон Райнер написала манифест своего танца с кратким названием «Нет». Ну, манифест. В манифесте 13 строчек, и в каждой есть слово «нет». Демонстрация виртуозности и специализированного танцевального тела, утверждала она, потеряла для художника всякий смысл. Альтернатива этому – простые элементарные движения повседневной жизни. Сама Райнер сделала в это время композицию «Трио Эй». Это часть ее работы «Ум – это мускул», в которой повторяла обыкновенные движения, совершая их безостановочно, ритмично, с одинаково распределенным усилием, и в результате получалась, по ее собственному выражению, пешеходная динамика. Райнер – одна из создателей постмодерна в танце, с его радикально иной эстетикой и ценностными предпочтениями. Отказ от нарратива заставляет танцовщиков концентрироваться на физической данности тела. Причем тело прозаического, обыденного, выполняющего какую-то трудную задачу, на усилии самом по себе. Больше всего Райнер и ее единомышленники ценили в танце свободу, спонтанность, импровизацию, ничем не стесненную жизнь тела. Они создавали не спектакли, а перформансы и хэппининги, заменив хореографию, точный рисунок движений, партитурой, то есть кратким схематичным описанием того, что должен делать исполнитель, списком задач. Художников постмодерна интересовало, как двигается нетренированное тело обычного человека, не прошедшего подготовку в танцшколе, не сформированное годами стояния у балетного станка и не растянутое на 180 градусов. Внезапно обыденное тело оказалось более интересным и говорящим, чем хорошо подготовленное тело профессионального танцовщика. Видимо, потому что тело тренированное как бы замутнено тренажом, сделалось непрозрачным для его импульсов, для чувств, мыслей и желаний самого человека. Самое, пожалуй, интересное в танце для экзистенциального взгляда – это внутренняя жизнь, субъективность человека, его желания, которые можно прочесть в движениях, несовершенных, но говорящих. Hmm.